Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, собравшихся сегодня в концертном зале нашей школы. Сегодня мы с вами приглашены на вернисаж. Да-да, не удивляйтесь, ведь в переводе с французского вернисаж – это торжественное открытие выставки. Сегодня – выставки художников-преподавателей нашей школы. На афише выставки указано: 70-летию детской школы искусств посвящается. Действительно, в декабре этого года школа отмечает свой юбилей – 70-летие. Приглашаем на сцену и благодарим за участие в выставке «Ханон»
Сергей Геннадьевич. Вы потом получите свою благодарность. Мы благодарим администрацию школы, выражаем искреннюю благодарность лаборанту художественного отделения Бочек Даниевне Маковой за помощь в Йоганн Штраус, полька «Трик-трак». Наталья Павловец. Песня о школе.